Друзья, всех приветствую, это BMG Drive, и находимся мы прямо сейчас на горнолыжном курорте. Точнее сказать, у отеля горнолыжного курорта, куда приехали 4 лучших друга, чтобы заселиться и покататься в горах. Но, к сожалению, они не предупредили отель, а мест в отеле не оказалось, их не заселили. А кататься на этом горнолыжном склоне могут только те, кто заселился в отель. И их, можно сказать, попросту прогнали, сказали: приезжайте, ребята, в другое время. И, к сожалению, ничего не оставалось, да, больше ребятам, кроме как валить отсюда. Но водитель данного транспортного средства был слишком разъярен данной ситуацией, потому что они ехали несколько дней, да, потратили столько времени, а их просто-напросто прогнали. И решил, что они все-таки прокатятся. Да, экипировки у них нету, они хотели арендовать, но им не дают. И прокатятся они далеко не на лыжах, как вы думаете, а на своей же семерочке. А почему бы нет? Не знаю, насколько это страшно и правильно ли. Но сегодня мы посмотрим, как ведет себя автомобиль на горнолыжном склоне. Ребята поднимаются на самую верхушку, на место старта. Друзья, хочу отметить, что здесь они не одни. Разумеется, здесь катаются люди. Машина тонет при этом у нас в сугробе. Колеса немножко уже ушли в сугроб под давлением, да, под массой всей этой. Горнолыжный курорт сам по себе большой, достаточно протяженность его большая. Здесь вы видите, катаются люди, отдыхает кто-то, да, падает, кто-то учится. При этом народу очень много, но ребята не думают о том, что в данный момент на этом спуске находятся люди и хотят прокатиться. Очень большая протяженность, друзья, и нам необходимо набрать, наверное, даже скорость приблизительную, которую бы смогли они набрать без автомобиля. То есть это, наверное, сколько у нас ездят сноубордисты, там, горнолыжники, наверное, километров 50, да, в час. Ну, 50 км в час, это, конечно, высокая скорость, но есть и те люди, которые разгоняются 100 км в час и выше, чтобы вы понимали, вот на таких вот спусках. Это очень здорово, и ребята уже 50 едут. Слушайте, ну, катание, так, у нас получится, слушайте, и управление хорошее, и в дрифт даже входим. Ой, хорошо. Обалдеть, я думал, это будет сложнее, на самом деле, господа. Красота! И не нужен никакой сноуборд, друзья. Так, объезжаем. Самое главное, объезжаем. Людей не задеваем. Хороший дрифт пошел. Вот это я понимаю. Зачем нужны какие-то там сноуборды? Что-то арендовывать еще. Когда есть семерочка топовая. Да, скорость, конечно, небольшая. Так, объезжаем людей. Опа, хорошо. Будем стараться объезжать. Мы не намерены, друзья, убивать здесь людей и мстить, да, за что-то им. Нет, мы хотим просто прокатиться. Он хотел прокатиться. Или они хотели прокатиться. Все, они прокатились, по сути. Да, красиво, скорость 50 км в час, нужно больше брать. Хочу больше брать, понимаю, что страшно. И опасно это, да, вылететь куда-нибудь вообще за пределы трассы. Ой-ой-ой-ой, не заметил. Братишка, блин, по ногам попал, вообще не заметил на самом деле. Уходим. Черт, с трассы выкидывает, держись. Держи, семерик, блин, нет. Перевернулись все-таки. Перевернулись, но прокатили знатно. Вот чем все заканчивается, господа. Не знаю, отсюда не выйдет или нет, потому что здесь сугроб, а машинка у нас достаточно немощная. Копает, пытается что-то сделать. Слушайте, ничего себе. Крыша помята, лопнули у нас два стекла правые. Пытаемся выкарабкаться, но это уже не трасса, как вы понимаете, да, здесь мы с трассы сошли, но семерик меня на самом деле удивляет. Выезжаем, и тем самым мы практически, друзья, преодолели весь путь до финиша. Осталось совсем чуть-чуть скорость, также под 50 берем, последствия есть, конечно, неприятные, да, скажем так, но, по идее, свою задачу ребята выполнили, они прокатились на горнолыжном склоне. Я думаю, дальше бессмысленно было ехать, потому что там бы они разбились, да, там у нас уже спуск. Адекватненько, друзья, проезжаем. Вот снеговичок здесь такой интересный стоит. Но на самом деле машины здесь очень сильно увязают в сугробе. И копать прям тяжело. Скорость набрать тоже тяжело достаточно. Попробуем взять пятнашку, она чуть помощнее у нас будет. Может быть, получится и скорость взять выше. О, показатели уже лучше. Показатели хорошие. 65-70 км в час, друзья. Вот это профессионально уже сноубордист или лыжник такую скорость развивает. 90! Черт возьми, дрифтик. Хорошо. Так, с трассы, главное, не улетаем. Вот это красиво. По краю трассы. Скорость, конечно, упала сразу. Копай.
Молодец, пятнарик тоже хорошо, в принципе, себя проявляет. Опять же, это на спуске, все понятное дело, да? 70 км в час, вот это хорошо. Слушайте, я даже не представляю, что будет, если мы возьмем, допустим, иномарку. Если ребята приехали бы на иномарке, мне кажется, еще будет круче. Так, уходим, уходим. Сейчас опять сыпанем. Оп, блин, сыпанули, буквально бампером немножко. Но красиво, что мне нравится больше всего, очень красиво получается ходить со стороны в сторону. То есть мы полностью контролируем автомобиль, опять он. Опять он, да, ё-моё, чуть не зацепили. Мы полностью контролируем автомобиль на этом спуске, и в этот раз у нас даже получается проехать еще, друзья, дальше, без каких-либо последствий. Ой-ой-ой-ой, только сказал, хорошо, бампер, конечно, пострадал, видно немножко, да, но, в принципе, даже на пятнашке, то есть я давлю газ в пол, чтобы вы понимали, разумеется, да, даже на пятнашке мы с вами преодолели полностью от старта до финиша весь этот спуск. Ну, хорошо, господа, давайте посмотрим в таком случае, на что будет способен Рено Логан, и я хочу взять скорость 100 км в час. Я не видел, чтобы я брал ее. Есть вероятность, потому что мы там больше 90 ехали. Итак, 75. Давай больше, потом в дрифт пойдем. Уже на спуске самом. Итак, есть, 100 км в час взяли, друзья. Даже больше. 130. Обалдеть. Так, в заносик. Пошли в занос, хорошо. Слушайте, ну, профессионально прям получается. Я в шоке. И никого при этом вообще, ну, да, зацепили. Но прям серьезно, никого не сбили. То есть последствий и смертей сейчас, мы уже третий спуск делаем, нету вообще, что мне нравится. Итак, скорость опять же по 100 км в час. Здесь спуск, блин, потерялся. Ай-яй-яй, прям под машину. Вот сейчас я понимаю, господа, вот это уже трупешник. Вот этот трупешник прилетели, он очень сильно на самом деле мешал, опять выбивает нас с трассы, к сожалению. Но здесь ты пройдешь, ты уже посильнее будешь семерки, и семерка отсюда вылезла, ты уж подавно вылезешь. Давай, Рено Логан, топи через сугробы. Блин, последствия опять же есть, и очень серьезные они из-за того, что у нас пострадал конкретно горнолыжник, один из горнолыжников, но трассу мы опять же на машине полностью преодолели. Все, вырулили, хорошо получилось, скорость при этом брали в 130 км в час. Вот, я думаю, кто больше бы всего обиделся, господа, это уж точно золотая молодежь, да, которая приехала, думала, что их сейчас встретят с распростертыми объятиями, но на деле, конечно же, их прогнали, и ой, хорошо пошла, так, а у нас там тоже какой-то спуск, по-моему, идет, слушайте, тяжело, а на управление уже будет потяжелее, на самом деле. А ну-ка, проходим. Вот видим. Ой, здесь у нас, по-моему, уже не трасса идет. Так, дружище. О! В нескольких сантиметрах прошли. Слушайте, ну она прям очень мощная. Ее начинает раскручивать. Я пытаюсь, наоборот, выйти из-за носа. Давайте попробуем по левой стороне. Здесь тоже идет спуск горнолыжный. Вот, сейчас, наверное, поудобнее будет. Хорошо. Держимся. Ой, не, сильно шатает, конечно. Из стороны в сторону носит. Скорость мы здесь такую не разовьем уже, как на Рено Логане, если будем вот так вот крутиться. Но она и наверх, смотрите, может ехать спокойно. Так, сейчас попробуем потихонечку газку давать. Мы сейчас будем не быстро и попробуем взять хотя бы 100 км в час. Сразу же начинает сносить ее. Она очень нестабильна, ребята. Вот на семерке, на Рено Логане очень легко было управлять. Все, сразу же сносит ее. Очень тяжело, конечно. Не знаю, видите, на марочке, я думал, наоборот, будет интереснее, да, скорость будет побольше. Но по итогу у нас получается вот что. Хотя, может быть, здесь у нас... Да куда тебя сразу начинает нести? Я даже не могу ее выровнять. 100 км в час почти есть. Хорошо. И теперь направо. Так, главное не врезаться в знаки еще. Ни в коем случае. Нет, тяжело. Управление у него очень тяжелое. Видите, из-за того, что здесь сугробы, она сама по себе очень мощная, да, и она просто как сыр в масле катается по этим сугробам. Так, мы опять сошли с дороги сейчас. С трассы горнолыжной нужно возвращаться и стараться что-то делать. Половину пути мы уже проехали. Ну, ее чисто, видите, держать, стабилизировать пытаюсь я, и все. А как-то ехать и получать удовольствие от езды у меня не получается. Ну, направо, уходи. Да ё, вау, вот это серьезно сейчас. Слушайте, по-моему, сегодня больше всех пострадало как раз таки Бэха. Ну, дорогой ремонт вышел в любом случае. Хотя еще едет, ужасно себя ведет на самом деле. Мне абсолютно не нравится, как она себя ведет. Даже не получается разгоняться медленно. То есть я почти пытаюсь, да, газ не жать в пол, но при этом разгон не дает. Пострадала ходовая часть, это чувствуется, друзья. Пострадал передок очень сильно, лопнуло у нас лобовое стекло и водительское боковое. Но при этом на этой бэхе мы прошли с вами точно так же весь этот
участок. Ну ладно, ребят, я решил взять что-то более массивное. Попробуем на ленд-крузере проехать этот спуск. Он у нас очень мощный, не забывайте. И сама машина более проходимая. Надеюсь, тебя уже так заносить не будет. Так, спускаемся. Ой, как быстро. Ничего себе. А скорость хорошо пошла. 120. Хорош. Вот. Ой, только не перевернулся, самое главное. Вот что здесь нужно было. Какая семерка. Красота. 130. 130 несемся. Выходим. Хорошо, только бы не перевернуться. Вот сейчас реально опасно. Ой-ой-ой. Ой, блин, задели. Ой, уходим. Уходим с дороги, блин. Я не предусмотрел. К сожалению, я виноват. Колеса потеряли, боже мой. Ой-ой-ой-ой-ой, серьезный удар. Вот они, первые последствия, господа. Я виноват, я не успел. Я не думал, что вообще будет такая интенсивная поездочка. Ребята явно получили серьезнейшие сейчас повреждения. Очень неудачный заезд. Очень сильно пострадал и автомобиль, и внутри пассажиры и водитель, разумеется. Друзья, если на этом автомобиле проехать весь этот горнолыжный спуск, по-моему, будет очень круто. Но это сделать будет очень тяжело. Это уже превращается в какой-то челлендж на самом деле. Так, 150. 150 км в час. Хорошо. Хорошо едем. Скорость развиваем. Уже пофигу на всех. Главное сейчас не улететь. Где мы тогда улетели? Ой, есть знак. Не цепанули вроде бы. Хорошо. Так, скорость. Развиваем почти. Половина пути мы проехали. Так, теперь вот здесь опасный спуск. 150 км в час. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай, 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 давай. Ой, колеса потеряли. Ой, закрутило-то как в конце. Финиш. Черт. Блин, это ужасный финиш. Я бы даже сказал, мы не доехали до финиша. Потому что если бы доехали, мы проехали бы полностью, да, его. Но, к сожалению, колесики полетели. Мы получили серьезнейший удар в заднюю часть, но мы преодолели почти полностью. Но, опять же, да, посмотрите, что в салоне. Это каша, это ужасные последствия и, скорее всего, это смерти. Если мы с вами видим, какие последствия на скорости 150 км в час происходят, да, то теперь вдумайтесь, когда горнолыжники едут 100 плюс километров в час. Это же насколько опасно на самом деле. Так, скорость. Ой, как хорошо, как красиво в эти заносы-то входить, ребята. И мы даже никого не задеваем, по сути, да. Народу много, конечно, но при этом нам удается проехать красиво, никого не зацепив. Блин, еще бы колеса были целые по окончанию пути. Ой, опять с трассы уходим. Давай, 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 держи, 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 держи. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, в раскрот пошел. О, в раскрот пошли. А, ё-моё, перелетели. Обалдеть, через посетителя горнолыжного курорта. Просто над ним прям. Все, останавливаемся. К сожалению, опять машина получает увечья. Я очень хотел бы, друзья, проехать на этом автомобиле именно. Но без последствий для автомобиля и для нас, соответственно. Но больше 150 здесь брать реально опасно. Тут где-то 100-120, вот уже хорошо в заносики входить, видите? Красиво как, господи. Это так круто на самом деле. Так, не цепляем людей. Не забываем, мы не беспокоим. Мы не беспокоим горнолыжников. Мы дадим им покататься. И сами будем тоже участвовать в этих покатушках. Красота. Красота. Все, последний путь. Последний путь, хорошо. И в заносик. Здесь в заносе. Главное не перевернуться. Ну блин, ну почему? Ой, сейчас опасно будет, если зацепим знак этот. Обалдеть! Разрывает передок. Я понимаю, друзья, что они должны быть не такие, да, потому что я видел прекрасно, что лыжники там задевают эти знаки, и они мягкие сами по себе. Но эти знаки, поверьте, они из металла жесткого сделаны. Не знаю почему так, но это очень опасно на самом деле. Переворачиваемся, и машина вообще у нас тонет в сугробе, уже на крыше. Но я чувствую, господа, что мы с вами не пройдем наверняка этот участок. Половина у меня получается. Все, я научился, в принципе, половину проходить. Вот это опаснейший. Ой, опять сейчас. Не, не задели. Хорошо. Скорость 130. Ой, красиво. Блин, зацепили бампером. Еще разочек. Зацепили посетителя бампером. Ой, только бы не улететь сейчас. Не вступай. Пожалуйста, на колесах держись. Молодец. Молодец, держится. Опять-то, ё-моё. Ногу чуть зацепили. Так, хорошо. Главное сейчас не перевернуться. Вот здесь опасно очень. Немножко притормозил. Но, в принципе, хорошо получилось. Так, главное не зацепить. Не зацепить! Блин! Блин! Накрутило! Ну, слушайте, через них проехать реально очень тяжело. Слушайте, она прям внутри, прям в салоне оказалась. Она порезала его. Она порезала на две части его. Но сказать откровенно, это, друзья, один из идеальных автомобилей конкретно для этого спуска. Посмотри, что я могу творить. Посмотрите, я это более того, друзья, я это все контролирую. То есть невероятно красивый взнос, здесь даже скорость не нужна, чтобы вот так вот петлять.
Так, уходим с трассы аккуратно. Аккуратненько. Ой, почти. Почти зацепились. А ну-ка. 130. Хорошо, держи, 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 пожалуйста, не улетай, только не переворачивайся. Очень опасно здесь то, что может перевернуться автомобиль в прыжке, когда он находится. Так, вот, вот я про это, и говорил. Вот я, колесико первое пошло, я опять, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, ну это очень серьезно на самом деле, кошмар. Мы из-за них не можем проехать, господа, вообще никак. Друзья, мне на самом деле очень нравится этот спуск. Можно попробовать на этом спуске на других также автомобилях, да? Допустим, на «Газели». Мне кажется, будет очень интересно, если Радик приедет сюда для того, чтобы прокатить своих пассажиров, своих клиентов, да, «Газели». Но только в случае, если вам, конечно же, ролик понравится. Вот это интересно. Зацепили за собой. Ой, уходим, уходим. Давай, 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 давай. Ну! Уходи же, это кошмар, вообще вылетает, боже мой, вот это событие. Как вообще он зацепился, еще добиваем сверху, опять цепляем. Боже мой, вот это да, вот это событие. Мы его тоже до финиша, он там отдыхал, лежал, да? А мы решили, так скажем, его с собой забрать. Все, оставляем здесь, весь переломанный, и сами тоже переворачиваемся. Давайте машину перевернем, посмотрим, что за последствия у нас. А машинку-то, ребят, сложила, и сложила достаточно прилично. Это самый... настоящий, друзья, получается, курорт смерти. И как я уже сказал, если вам понравилось, то обязательно лайк поставьте, я это увижу, и мы с вами обязательно прокатимся на других автомобилях здесь еще. А я же, в свою очередь, друзья, каждого из вас благодарю за просмотр, желаю всем удачи, пишите обязательно свои интересные идеи, и всем пока. Пока.